Импульсные покупки. Как часто мы их делаем? В супермаркете, торговом центре и даже на заправках. Покупаем, а потом думаем, зачем? Тратить легко, а сберегать трудно. Сейчас, чтобы перевести деньги на сберегательный счет, нужно авторизироваться в интернет-банке, вбить смс, выбрать перевод. Очень долго. А должно быть быстро. Захотелось сэкономить, нажал кнопку и готово. На улице, в очереди, в баре. Тогда экономия станет привычкой, и ваши клиенты легко переживут трудные экономические времена.